Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу с вами затронуть такую проблему, которая становится все более серьезной и начинает уже проявляться все чаще и чаще в каждом бою. Раньше это вообще, в принципе, не было проблемой, но некоторые игроки высказывали мнение типа «давайте уменьшим ВБР, зачем он такой большой?». Но в целом это было как-то так себе. Все говорили, но особо значению этому не придавали. В принципе, мне вообще было все равно на этот ВБР, поскольку бои были довольно-таки длинные, и когда я начинал играть, типа, вообще было модным говорить не турбослив или турбопобеда, а стоялово. Сейчас же в картошке модно говорить турбобой. Турбосливчик, турбопобедка, бои без содержания по 2 минуты. Сейчас бои очень часто так проходят по такому сценарию. Тем более, когда сейчас марафон проходит, то во время марафона играет очень много людей, которые в целом играют только во время марафона. И в бою они даже едут не туда, куда обычно раскатываются игроки в обычные дни без марафонов. И бои получаются по содержанию никакие и очень быстрые. А раз бой быстрый, в этом быстром бою ты пытаешься что-нибудь успеть сделать, но ты все чаще и чаще понимаешь, что от тебя ничего не зависит. Настолько, насколько зависело раньше. Почему так? Раньше был долгий бой, и я по себе чувствовал, что в начале боя не летит, допустим, снаряд, ВБР там балуется. Я стараюсь, и бой был настолько длинный, что в какой-то период начинало переть по ВБРу, и мой снаряд начинал лететь более-менее туда, куда мне надо. И в целом бывало иногда наоборот, когда в начале боя летит, в конце немного не летит. Но плюс-минус было видно, что смысл стараться есть. Поскольку бой был продолжительный, то у меня было в бою время для того, чтобы ВБР набаловался с моими снарядами, которые летят куда попало. А иногда летят куда надо. Но сейчас, когда бой очень быстрый и времени на балование с ВБРами не хватает, то получается, что в этом бою у меня, допустим, летит, в следующем бою не летит. Если раньше все это влезало в один бой, то сейчас оно уже не влезает. Бывает не то, что ВБР не влезает в два боя, он может и в три боя не влезть, наиграться с моим снарядиком. ВБР, плюс еще бои быстрые, люди, которые играют непонятно для чего во время марафона, и складывается впечатление, что от тебя ничего не зависит. Как бы ты ни старался, один день ты играешь, потеешь, там просто жесть. Процента побед нет, допустим, то урон настреливаешь, то не настреливаешь. В другой день ты играешь на расслабоне, вообще без никакого результата, процент побед там под 90. В другой день наоборот. И ты вообще уже не понимаешь, что происходит. Просто какая-то каша. И мне кажется, что в этом году еще марафонов будет целая куча. Поскольку картошечка научилась их монетизировать. Тот период в рандоме, когда он сходит с ума, будет очень часто повторяться. Плюс еще заметно, что в последнее время всякие мероприятия в игре участились. Линии фронта будут каждый месяц. Марафонов будет, мне кажется, целый вагон. Какие-нибудь развлекательные еще режимчики. Плюс еще там на ГК всякие ивенты. Мне кажется, что теперь рандом будет ломаться каждый месяц 1-2 раза. Если раньше рандом ломался там 1-2 раза в год, то теперь, видимо, так будет происходить каждый месяц. И что с этим всем делать, я даже не знаю. Первое, что самое адекватное приходит в голову нормальному здравомыслящему человеку, уменьшить ВБР, чтобы хотя бы от него не горело во время короткого боя, который все больше и больше. Но, как по мне, картошка не сделает ни уменьшения ВБРа, да и остальные проблемы, которые в игре только увеличиваются, про них даже ничего не слышно от разработчиков. В этом году даже они не сделали на 23 февраля какого-то такого диалога с водомесиками, со стримчиком. Видимо, вообще уже полностью забили на аудиторию. По крайней мере, такое складывается впечатление. Решили просто по КД выпускать эти марафоны для заработка бабла. Вообще не понимаю, зачем линия фронта, плюс еще рефералка. Везде куча бесплатных премтанков раздается. И сейчас можно за год там жменями премтанки вывозить бесплатно в картошке. Неизвестно, для чего это делается. Плюс еще идут какие-то тесты на каких-то азиатских серверах. Увеличение получения опыта и серебра за бой. Плюс еще в патче 1.4.1
добавят какие-то чертежи, благодаря которым ускорится прокачка танков. Насколько именно ускорится, пока еще сложно сказать, но она по-любому ускорится, поскольку там будет скидка на исследование танков. Либо даже можно будет довести чертежи до такого состояния, чтобы выкачать танк вообще без опыта. Просто тыкнуть, и за чертежи он выкачался. Все. И для этого нужно просто играть в игру. Куда катится картошка, я даже не представляю, что происходит. Такое ощущение, что это какой-то тотальный хаос, и вообще разобраться ни в чем невозможно. Ни в том, что происходит, что будет дальше, и непонятно, что сейчас в боях происходит. Особенно во время марафона с людьми, которые не играют в картошку, а только зашли во время марафона покататься, невозможно понять, что происходит в бою. Плюс еще этот ВБР 50%, это жесть. Плюс еще турбобои. И почему-то факторов, которые раздражают, меньше не становится. И все это происходит потому, что у картошки нет конкурентов. Поскольку остальные танковые игрушечки, они особо не взлетели, и какого-то пинка под зад картошки дать не могут, чтобы они там раздуплились и начали уже слушать аудиторию. Вместо этого картошка выжимает свою танковую хероборину до самого упора. Конечно, она пилит контент, она там пилит движки оптимизации. В этом можно ее только поблагодарить. Но что касаемо геймплея, здесь уже пробит нижний лист дна. До такой степени, что просто капец. Параллельно картошечка пытается создать какие-то другие игры, которые пока что не получаются. Но я думаю, что рано или поздно даже картофельники высрут какую-нибудь игру, которая взлетит хотя бы на какую-то высоту по сравнению с танками. Но танки еще будут жить, я думаю, очень долго. Такая большая аудитория так просто налево и направо не развалится. Даже при таком геймплее, который сейчас есть в World of Tanks. Пока что горевать еще рано, но уже что-то картошку будоражит. Хотя еще рано. С вами был Варчик, играть красиво, пока.